Перед тем, как всегда, с вами Вячеслав. Сегодня у нас на обзорчике фламбао, полевые чучела для рисовых чеков, для полей, для краев водоемов, где можно поставить чучела. Ну, это спецзаказ. Вот человек попросил, ему очень понравилась комплектация. В этом комплекте идет два активных селезня, два кормящихся, одна кормящаяся утка и активная утка. Из-за этого человек заказал их. Чучела неплохие, сделанные с ультравижен покраской. Вот такие вот стоечки идут, резиночки. Крутятся головы у чучел. Можно поставить как спящиеся, как в любую сторону. Активность может быть, то есть это более расслабит уток на налете, скорее всего. Вот. Очень крупные сами по себе, я не знаю, где-то приблизительно объемные очень, вот, наверное, по 43 сантиметра, ну, очень 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 такие объемные, плюс стоечки. Вот не флоковые головы, не флоковое покрытие, но ультравижен покраска от фламбо. Вот, конечно, в тренде сейчас все флоковые головы, флоковые корпуса. Это самое модное, что есть как бы сейчас. Ну, в принципе, для нас достаточно и такого. Конечно, флок намного дороже идет уже, чем другая комплектация. Так что, если кто захочет себе полевые чучела, может себе заказать. Вот мы привезем, обсудим цену. И Гринхед, и Фламбо, и Дакота. В принципе, все можно привезти. Всем ни пуха, ни пера. Счастливо!